Добрый день, друзья! Я сегодня хочу с вами пройти все заново, чтобы вы смогли повторить вместе со мной. Так, первое, что мы будем проходить сегодня, это буквы. Да? Это буквы, которые мы с вами уже проходили. В данный момент то, что я от вас хотела бы... В данный момент я бы от вас хотела, чтобы вы повторяли за мной. A like apple, B like butterfly, C like cat, D like dog, E like elephant, F like fish, G like giraffe, H like horse, I like ice cream, J like jellyfish, K like kangaroo, L like lion, M like monkey, N like nestling, O like ostrich, P like parrot, Q like queen, R like rabbit, S like squirrel, T like tortoise, U like umbrella, V like violin, W like wolf, X like xylophone, Y like yacht, Z like zebra. Пройдем цвета, да? Заново повторим. Blue, red, yellow, orange, green, purple, pink, black, white. Теперь повторяйте за мной. Blue, red, yellow, orange, green, purple, pink, black, white. Мы с вами уже проходили времена, будущее время, настоящее время и прошедшее время. Будущее время вы будете добавлять will. В настоящее время do. Для третьего лица does. Прошедшее время did. Значит, как мы строим предложение? Вы можете или построить вопросительное предложение, или утвердительное, или отрицательное. Как мы их строим? Буду ли я работать? Как вы спросите? Will I work? Будешь ли ты работать? Will you work? Will she, he work? Will we work? Will you work? Will they work? You, оно не меняется. Англичане, американцы всегда на вы. Если вы хотите сказать, ты работаешь? Do you work? Do I work? Я работаю. Мы работаем. Do we work? Do you work? Do they work? Does she, he work? Study, love, read. То есть вы можете составлять разные предложения, да? Прошедшее время. Работал ли я, да? Did I work? Did you work? Did she, he work? Did we work? Did you work? Did they work? Утвердительное предложение. I will work. You will work. She, he will work. We will work. You will work. They will work. Значит, они будут работать, да? They will work. Вы помните первое местоимение, да? I, you. Я, ты. She, he. Она, он.
We, you, they. Мы, вы, они. Ты всегда будет you. Да? I, you, he, she. We, you, they. Здесь не хватает только it. Это. Так, теперь пройдем с вами. Я работаю. Да? I work, you work, we work, you work, they work, she, he works. В третьем лице постоянно добавляете s. He works, she loves, he reads, she studies и так далее. Если вы хотите сказать в прошедшем времени, что я работал, то вы просто добавляете ed в конце к глаголу. I worked, you worked, he, she worked, studied, read, loved и так далее.